Как развить финансовую жилку? Ну, смотрите, две истории существуют. Вообще, в любой теме есть две истории. Первая история – это ваш мозг. Если у вас стоят убеждения на финансы херовые, то вы можете бесконечное количество проходить всяких бизнес-тренингов, вы много все равно не заработаете, вы все равно будете обваливаться. У вас всегда в голове будут причины, почему денег нет, почему их сейчас нету, почему у вас опять не получилось, почему не в этот раз и так далее. Это одна история. То есть убеждение это one. Второй момент – это понимание того, как в той нише, в которой вы идете, или в бизнесе, куда вы идете, как вообще деньги там устроены, откуда они зарабатываются, вся эта история про маржинальность и про маркетинг. То есть, по сути, вы должны быть прокачаны разносторонне. Вы должны понимать и свой продукт, вы должны понимать устройство денег и быть уверенными, что их очень много, потому что так это и есть. И вы должны соображать в той нише, в которой вы варитесь. И будет сегодня, в принципе, люди, все хорошие предприниматели, это классные маркетологи, это достаточно хорошие управленцы, хорошие орги. Мы сегодня очень универсальны. И, наверное, этим объясняется успех тех проектов, которыми я занимаюсь, потому что во всем этом я хороша. Недавно мне прислали предложение такое, типа: «Ольга, здравствуйте, вы занимаетесь марафоном, мы бы вам хотели предложить, значит, сделать ваш продукт. Мы можем вам сделать, значит, сайт, мы можем вам писать контент-план, мы можем вам, значит, создавать программы вашего марафона, мы можем помогать вам их записывать, мы можем там делать рассылки». А я сижу и ржу, потому что, по сути, я это все делаю со своим мужем, только гораздо круче, на гораздо более высоком уровне, и я настолько многозадачна, мультифункциональна, и мой супруг в том числе, что, ну, мы сейчас строим компанию вдвоем, мы строим бизнес вдвоем. И это мега круто, мы автоматизируем все, что только возможно, у нас уже бот и наша личная система, которую мы выстраиваем в личном кабинете и везде, у нас есть только программист, который нам все это делает, ну, это фантастические штуки на самом деле. И я очень этим горда, потому что я во всем очень хорошо соображаю, мне не нужны никто. Когда я говорю людям, что я каждый день веду 5 эфиров в неделю часовых, люди охреневают. Я никогда не готовлюсь ни к каким эфирам, ни к какому контенту, ни к чему. Не потому что мне похер, потому что я очень хорошо разбираюсь в том, что я делаю. Очень хорошо разбираюсь. Я не боюсь никаких вопросов, никаких тем. Я знаю всегда, как на что ответить. И не боюсь никаких сцен, никаких интервью. Я вообще ничего уже не боюсь. Потому что я каждый день прокачиваюсь, и мне абсолютно не страшно, буду я стоять перед 10 000 людей, перед 1 000 000 людей, перед одним человеком, что, кстати, страшнее, чем перед 10 000 000, все равно. Потому что когда ты в чем-то хорош, ты хорош. Поэтому прокачивайтесь регулярно в том, что вы делаете. В любом случае везде важен ваш опыт. Ваш опыт. Опыт не рождается из того, что вы себе придумываете. Опыт рождается из действия. Хотите вы того или нет, нужно действовать.